Баруха та Адонай Элохейну Мелех Ха-Олам, Ашер Бахарбану Миколь Ха-Амин Матанлану Эт Торато. Баруха та Адонай Нотен Ха-Тора. Благословен Ты, Господь Бог наш, избравший нас из среды Твоего народа и даровавший нам Тору. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Аминь. И сегодняшняя недельная глава Торы называется Тецева, то есть «Повели». Это описывается в книге Шмот, то есть исход с 27 главы по 30 главу 10 стиха. И недельная глава интересна тем, что после того, как Бог дал народу описание скинии, как она должна выглядеть, и те правила, которые должны быть в скинии, Господь вслед за этим дает Моше указания относительно священства. И это очень важно, потому что, знаете, скиния без священства как-то не хватает чего-то. Мы знаем, что у нас есть, к сожалению, много зданий, да, но они пустуют, потому что на самом деле главную роль в скинии совершают, ну, священники. То, что происходит внутри. Снаружи может быть казаться красивым, но главное то, что происходит внутри. Те священнодействия, да, та работа духовная, которая происходит внутри. И вот Господь в этой главе, Он дает указания относительно священства, которое должно было осуществлять контроль над религиозной деятельностью народа. Что именно должны делать священники в скинии? Немножко я прочитаю. «Дважды в день они должны были возжигать курение на золотом жертвеннике и следить за тем, чтобы не угасал свет в светильнике. Также они должны были смотреть за порядком на столе, где лежали хлебы предложения. Они должны были приносить жертвы на жертвенники всесожжения и строго при этом соблюдая правила, как это делать. Также они должны были осуществлять контроль над решением гражданских дел». Очень подробно это описывается в книге «Чисел», «Второзаконие». Вот. И дальше они, конечно же, самое важное, ну, одно из важных, они наставляли народ в законе Божьем и вдохновляли Израиль на решительные и мужественные действия. Когда происходила война, ну, как бы в то время и так далее. И мы видим, что у священников было, ну, много обязанностей, много было дел, которые они должны были совершать. И, конечно, это великая привилегия, ну, быть священником. Как вы думаете, это, ну, привилегия от Господа, да, быть священником. Но это также не только привилегия, но это и ответственность. Потому что хорошо иметь семью, иметь детей, когда в семье не двое, да, человек, а трое, четверо, а, возможно, больше. Но это ответственность, это огромная ответственность. И 28 глава, она очень много уделяет месту именно одежде священника. Я не буду перечитывать немного времени, но полностью вся 28 глава, она именно уделяет, до самого конца, она уделяет место именно одежде священника. И в одежду священника входила верхняя риза, хитон, стяжной эфод, наперстник, кидар и пояс. И как бы вопрос, да, почему Бог говорил священнику именно иметь такую одежду? Почему именно священнику предоставлялась такая одежда, первым священником, потом священником? И интересно, да, просто Бог описывает скинию, и Он не просто говорит о том, что, ну, ничего там, пусть пару стульчиков стоят, и какая-то колонка играет, и все. Он описывает настолько, да, красоту, то, что находится в скинии, и также одежду священника. И первое, почему, это потому что священник, он стоял перед Богом. Он не стоял перед каким-то несуществующим того, что нет, ни перед каким камнем, деревом, он стоял перед всемогущим Богом, перед Богом, который сотворил небо и землю.
Так само и мы должны знать, перед кем мы стоим и кому мы служим. И это очень важно. Также он отображал славу Божию в своем служении. И второе, почему Бог так строго описывает порядок скинии и порядок всего, что должно было происходить, для меня это главное, я его записал. Второе, это потому что Бог очень серьезно относится к тому месту, где он присутствует. Мы можем с Богом встречаться в разных местах, правда? Мы можем с Богом общаться в каком-то транспорте. Я люблю молиться в машине. Правда, я смотрю за знаками, но я внутри молюсь. Мы можем с Богом общаться, находясь в комнате. Мы можем с Богом общаться в парке. Но есть особенное место, и Бог об этом говорит. Народ Израиля, он тоже общался с Богом в пустыне. Помните, да, днем облачный столб, ночью огненный столб. Но Бог настолько серьезно описывает скинию, и для меня это потому, что Бог серьезно относится к тому месту, где он находится. И это место, это его скиния, это здесь, это его община, это его церковь. Это то место, где действительно мы по-особенному можем с Богом встретиться. И перед тем, как прийти в скинию Божию, я думаю, что нужно готовиться. Я думаю, что неуместно будет, когда во время служения мы думаем, что вот я так поздно проснулся и не успел выпить чашечку кофе, когда идет прославление, когда идет поклонение. То есть к этому месту нужно готовиться, потому что Бог к этому месту очень серьезно относится. И когда мы будем готовиться, то я верю, что мы больше получим от Господа. Не просто мимо проходили, там забежали, или там... Просто когда мы готовимся к встрече с Господом, то я верю, что Бог будет нам давать то, что Он приготовил, мы будем это иметь. Поэтому это очень-очень важно. И Бог к этому серьезно относится. И давайте будем готовиться с Ним встречаться в том месте, где Он находится. Аминь. Будьте благословенны. Пусть Бог благословит вас. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.